так мало тут у меня людей. Да, это Джуф. Островные приключения. Мало тут людей. От этого гуфа не охота заходить. Мало ли какую-нибудь хуйню скажу. Шарал-шарал. Хайкинг. Эфир, да, опять. Да нет, не Алик, это просто настроение хорошее. Но у нас, на самом деле, если оно будет все лучше и лучше, то Алик где за горами. Где-то за углом. Ну, косарь 400 тоже, камон. Ай, блядь. Второго зуба. Соль дешевая, она такая есть. Пиво не помогает. Продолжение про бывших сейчас немножко будет попозже. Да хватит про Алика, я не знаю, что, о чем вы говорите. Вообще не про меня. У Алика, я не знаю, у Алика есть Инстаграм? Надо завести, ему сказать. Очень жарко, блядь. Согласен, вообще похуй. Да нормально. Грустнограмм есть у Алика. А вы знаете, да, грустнограмм есть такой, блядь. У меня есть страница, кстати, там. Но там что-то я давно, видимо, не грустил. Че, Вась, концерт будет? Бля, я, если я заведу для Алика Инстаграм отдельный, то я боюсь, он им не будет пользоваться, потому что ему некогда. Хотя... Так прикольно с этой страницы заходить. Как эффекты брать? Сейчас попробую. Ну, ладно. Пожалуйста, попросили, убрал сразу. Но... Молиться на буду не сегодня. ЛКБ, привет. Аликом назвали Айзена родителей. Да, и на йогу приглашаешь. Да, не до йоги как-то. Недалекий я. На, смотри на морду. Сойтись бы не хотели с ним. Состояние нормальное, вполне. Серьезно. Откровенный прямой эфир у Джуфа. Джуф. Мокрый, да не нравится мне мокрый курить. Не опускаю я давно. Если кого водный, то я поднимаю его, а не опускаю. Ну. Наверх. Бля, весь взмок. Я не хочу себя похабную показывать, я заебанный, мокрый весь, блядь. Майка насквозь вся мокрая.
Нет, море здесь у берега просто грязное. Там охуенно, вон, посмотрите. Нет, не подмерился сразу. Да, в Тае прикольно грустить. По гороскопу. Посмотрите в этой Википедии. Иду домой. Салам алейкум, родной. Джуф, не показывайся, хорошо. Ты мадафака звонит. Same view. Baby, baby. Дева, да. 26-го концерт Геопика, Каспийский груз и я. Потом те, кто на Пхукете 4 февраля. Я вас жду, скоро объявлю, я хочу сделать закрытую презентацию альбома на секретном пляже, в секретном месте, далеко от Пхукета достаточно. Ну, короче, анонсирую, сейчас афишу доделаю, может быть, так, как всегда, не дойдет до конца все, но 4 февраля самые преданные мои фанаты могут поехать на Secret Island, сюда, где я сейчас. 4-го будешь, Димакс? 4-го чего? Февраля? 2000... Марик, потихо, все это все равно скажу. Я ебу где-то в поп. Алле. Мадафака. Come on, let's do it again. Again, come on, one more time. Here. Да, я поэтому здесь и тусуюсь, потому что наших соотечественников очень мало. Не, я очень люблю, но просто иногда охота отдохнуть, а охота где-нибудь заныкаться, она... Джуф башляет. Если не такие полнейшие, конечно. Это не Дубай. Слава богу. Здесь как-то попроще. В Дубае не скоро, надеюсь, вообще не скоро. Без обид в Дубае, ну, блин. Не мое вообще. Ебали не мое. Ебали. Сап! Are you okay? Yeah. And Tulay okay? Tulay okay? Yeah, I think very nice, no? Let's go see the house. Okay. Later, okay? Okay. In 7, okay? Okay, man. I was gonna be that. Look at this motherfucker. Say hello to my subscribers. Hello, say hello. Okay, Jok, see you. Will you come and chop me? In 5, I have a boat for an island to have a dinner okay. On an island. Yeah, I will come back in at 6:30. Okay, man. Okay. Thank you, take care. Thank you, take care, man. What's up? Yeah. Hey. Yeah. How are you? Yeah. Yeah, Jeff, good.
Все мои кенты, да. Не знаю, вы были на Бали? Ну, много же кто был на Бали. И много кто был на Пхукете. Вот тот, кто был и там, они как-то это, их или туда, или туда, или туда тянут. Я, например, 20-й где-то раз на Бали, и каждый раз мне хуёво там, я не могу ни есть, ни спать. Может, конечно, потому что мне дудки, блядь, но... Мне кажется, что... Потому что это другое. Я просто очень, это, вы знаете, я психически очень чувствительный человек, и поэтому... Поэтому мне там не по себе как-то. April Kuhstein, ну найдем. Просто майку себе насквозь, блин, комод. Ветерок. Да, на Пангам приеду скоро. Он Кейв Каякин. Шапикар. Диджей Кейв, это для тебя специально. На G-Point буду завтра, послезавтра. Можешь после. Шапикар. Бля, возьми попить, я, пожалуйста. Сегодня попить возьми, есть вот. Фит со Сливом, ты что-то не планировал сюда? Скучно, скучно. Шаверму есть, да, кебаб. В пакете какая-то хуйня. Какие-то платки. Не знаю. Хуйню всякого попа потом накидывал. По тени скучаю очень, да. Да, пизды, опять дали по этому фесте, хочу показать. Ебать, я даже здесь есть тупые, я не готов жуть. Пиво. Я пиво хотел. Бля, ты чё? Ну пойдем присядем где-нибудь выпьем. Девять сантиметров у меня, да, правда. Да, правда, правда. С пятачком. Иду домой. Принять душ и пойти пообедать. Следующий брак. Блядь, надеюсь, не скоро или вообще никогда. Шнурок развязан, да. А похуй же есть, да. Концертов, да, выложу скоро, там немного, там с апреля по июнь, 12, по-моему, концертов. Особо не зовут уже Стагану. Чу-чу. Что? Говорят, что Гов завязал. Если не шнурок, то было бы супер.
Леха, я на Пхукете просто пиздец, как люди читаю. Паста не приехал на концерт, все отравился. Как говорит. Домой, вот я дома сейчас. Деревня. Ты же от отеля, мы же не можем здесь присесть. Мы же не можем присесть, это от этого отеля. Ну. Увидимся где тут. Тут где тут? Вот тут прям. Нет, здесь не степ. Нам вон пошли. Лучше сиськи, да? Блять, я не понял. Нет, не басмана здесь. А на Бангане много очень русских. Меня, блядь, подзаебывает, когда на него смотрю. Поэтому я стараюсь ныкаться наших. Нет, ну от них либо идеи все, конечно, но иногда охота просто, блядь, самим собой побыть. Кстати, 1300 так не держится, блядь, кому-то не интересно вам. Ой-ой-ой, сейчас. Да я не думал, что я пойду по пляжу, я поэтому кроссовку выше. Если бы не шнурок, то было бы супер. Да, еще долго поехать. Хороший чай. Полно же чайных магазинов. Посидим. Собака нормальная. Собака полюбушка. Красноярство. Лечу. Да, это прогулка просто. Я не по делам ходил, а просто, блядь, живот гоняю. Уебался опять. Да, никто не узнает. Слава богу, блядь.
прозвищами, да. 31 градуса Цельсия. Интересно же, скажи. Вот, смотри, я солнце. Сегодня что, среда или вторник? Среда же, да? Или вторник? Ну, вот это... Ну, вот это еще проебусь по повороту, блин. Вторник. Так, тогда завтра. А, это завтра я уже уеду. Получается. Вот я иду заряжаться как раз. Димаш, когда трек с Гуфом? Да не, мне разницы никакой, просто посмотрел там экскурсию по среду. Хотел на экскурсию. Время 5:30. 4:20. Концерт в Джипойнте уже, наверное, после сезона. В феврале, в марте. Бля, я говорил, что не туда зашел с вами. А, фак. Сейчас. Размер 11:45. Обезьян. Обезьяна. Блять, я забыл. Сейчас я найду свой дом. Это же нас? А? Не это? Я сейчас, блядь, не могу найти. Мне кажется, это не сюда же? Да, вот. Вот же? Да. У тебя есть ключ? Нет. Нету? Нет. Я сейчас скажу, надо вторую карту. Подожди, давай разбудим. Все, бай-бай.
купил? Сейчас спустя. О, опять 1300. Я в деревне. Что там происходит? По Юле не скучаю абсолютно, по тебе не скучаю. Бабушкин домик. Как ли туда моя вела? Tom Beer. Я погнал, погнал в душ и погнал на себя. Вообще погнал. Ну, как можно так спать? Или ее нет дома? До свидания.